Да? Положить. Положить это приготовить. Да? А, да, супер. Саша, билеты хочешь? Уже ты как закончить твой прогноз? Я думаю, Ростов выиграет. Да. Да, вы еще буду? Я надеюсь. Вчера после грибового вылета из Уфы в Москву, вечером приехал, провел это время с семьей, с утра встал и поехал в состав сборной. Как настроение после победы? Настроение могло бы быть лучше, турнирное положение клубное пока не устраивает никого. Ничего, клубные дела отбрасываю на второй план, сейчас самое главное на поездке дня в Шотландию. Матч будет в Лужниках, с чем у тебя ассоциируется вообще Лужники сейчас? Ну, почему вспоминать сразу матч открытия Саудовской Аравии. Было очень много тогда эмоций, волнения, который матч нам очень помог тогда еще на чемпионате мира. Ну, сразу вспоминается этот день. А с Испанией вспоминается матч? А, ну, естественно, естественно. Ну, почему-то как-то первостепенно с Сауди вспоминается. Угу. Ну, как вообще настроены Шотландия? Ну, все понимают, что нужно решать поставленные цели. И, естественно, будет полный стадион, команду будут гнать вперед. Все будут заряжены по максимуму. Боевой настрой, как всегда, мы должны выходить, выигрывать. То есть у нас всегда такой менталитет должен быть, как бы дух победителя. Думать только о победе, я думаю, для нас это самое главное, тем более мы играем дома. Как думаешь, что... за счет чего удалось переломить тот матч, 1-0 проигрывали? Ну, ребята верили до конца в победу, я думаю, очень хорошо сыграли в том матче все, кто выходил на поле. Я в том матче не играл, но болел за команду, очень доволен за то, что выиграли. И... я думаю, очень интересный матч получился. И сыграли 1-2, но я думаю, мы могли бы еще забить. Там были хорошие моменты у нас, подходы к чужим воротам. Ну, все сейчас говорят о Шотландии, но не стоит забывать, что есть еще Кипр, как команда такая. Может сюрприз преподнести? Ну, я думаю, в современном футболе любая команда может сюрприз какой-то преподнести. Так что я думаю, нам надо настраиваться сейчас. Вот, вчера играли, восстановиться хорошо,
подготовиться к этим матчам, которые, можно так сказать, что они будут решающими уже. Че там, обрубил, да, кого-то ты там че? Здорово, Денчик. Как дела? Нормально, у вас как? Нормально? Здорово. Все хорошо? Да. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Что вот этот судья показывает? Скажи, судье, ну я же тебе говорю про матрицу. Ты, типа отвечать, не надо ворачиваться. Женючек, здорово. Конечно, тогда узнал об этом. Говорят, ел, да? Ну да, съел, кушал. Эмоции только положительные, очень рад. Так, в принципе, все. Не ждал, вызвала? Нет, ну, уже, не, когда списки уже были, уже не ждал. И спокойно сегодня прилетел домой в Самару. И даже не думал, что могут позвонить. Были какие-то планы? Ну, я хотел улететь там, домой, но не получилось. Видел уже, что в Инстаграме тебя народ прибавился после вызова? Ну да, видел, но это мелочь. Смотрю, ну тебе нравится, что подписался, потом опять подписался. Я? Да. А я не знаю, даже, может быть, сам все на сборной подписан, да? Конечно. Ну, все, готов завтра. Да. Давай, я тебя удачи.